Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна». С вами в студии работают Олег Патлов. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Зацепин. Мы знаем. Точно. Напомню, но не все, да. Напомню, что вы слушаете нас на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM на нашем веб-сайте. Кстати, заходите на наш веб-сайт, не ленитесь. На нашем веб-сайте radio.nvc.com и на нашем канале в YouTube. Также называется Radio NVC. И не забывайте подписываться на наш канал. Вам это ничего не стоит, а нам приятно. Кликните кнопку subscribe. И после того, как посмотрели программу, не обязательно отписываться. У нас уже есть телефонный звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я хочу вас поблагодарить за ваши прекрасные передачи и за то, что вы даже во вторник и в четверг не оставляете нас без информации, которую хорошо, очень хорошо проводит Анатолий. Спасибо вам и спасибо. Вашей студии. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо за добрые слова. И вообще мы работаем для вас. Мы, собственно, для того и существуем, чтобы делиться с вами информацией, своим мнением. Не все его разделяют, безусловно. Ну, это мнение. И каждый имеет право на свое мнение. Мы уважаем. Мы не всегда согласны с мнением наших оппонентов, но всегда его уважаем. Зачастую мы всегда не согласны с мнением. Ну, причем мы не просто не согласны. Мы-то не согласны и аргументируем, в отличие от наших оппонентов, которым мы задаем вопросы, и в результате мы получаем не ответ, а какие-то нападки или... какие-то, как говорится, спорить по принципу сам дурак. Послушай, даже такие антиподы, как Трамп и Шумер, иногда находят точки соприкосновения. Тут недавно Шумер выступил и поддержал усилия Трампа по урегулированию торговых отношений между Китаем и Америкой. Ты знаешь, на днях мне попалась фотография, перед одним из заседаний в Конгрессе Трамп пожал руку Нэнси Пелоси. И она, такая искренняя улыбка. Думаю, какая же ты хорошая актриса все-таки. Это же надо так красиво играть, красиво улыбаться. А в то же время... Держать, конечно, такой нож большой за пазухой. Держит, да, и думает, как бы в спину вставить. Идут, продолжаются споры, дебаты по поводу так называемой торговой войны с Китаем. Значит, мнения, безусловно, разделились, и понятно, те, кто... Причем чаще всего они делятся по... даже не по партийной линии, по партийным предпочтениям. Я сейчас не говорю о политиках, говорю о людях, которые дискутируют на эту тему. А по отношению к Трампу, те, кто... Новотрамперы, и неважно, республиканцы, новотрамперы или там, скажем, те, кто поддерживает демократическую партию и ненавидят Трампа, они выступают против этого. Проблема очень сложная. Проблема, которая копилась десятилетиями. И она заключает в себе не только, так сказать, вопрос дефицита, торгового дефицита, дефицит торгового баланса между нашими странами. Вы знаете, что в среднем, там, скажем, мы покупаем в Китае товаров на 600 миллиардов долларов в год, а Китай, я грубые цифры привожу, там неточные, но чтобы понятен был порядок. А Китай закупает у нас товаров на 100 миллиардов долларов, то есть в среднем дефицит торгового баланса составляет 500 миллиардов. Дело даже не в самом, проблема не в самом дефиците баланса торгового, хотя это тоже вещь неприятная. Дело в том, что за счет вот таких
вот такого поведения Китая, за счет его агрессивного поведения, Китай финансово растет, и у него появляется возможность строить колоссальную армию. Ты знаешь, что по данным в Китае безработица достигает 50%. Они... То есть, конечно, они очень много производят, но тем не менее, если там полтора миллиарда людей. То все равно половина не работает. Они не могут себе позволить, чтобы у них забирали работы. Вот, поэтому они как-то должны бороться. Мы сейчас к этому подойдем. Да. Значит, Китай представляет реальную угрозу. Причем, посмотри, он ведь в разные регионы, в разные континенты влазит и контролирует значительную часть разных вещей, там, редкоземельные металлы. А, по-моему, не то 3000 наименований в нашей армии, типа запчастей, там, каких-то плат и так далее, да, мы получаем из Китая. Автозапчасти. Я слышал, я читал эту историю по поводу того, почему во время операции «Буря в пустыне» ни один иракский самолет не взлетел. Не потому, что наша авиация уничтожила сразу все самолеты, а потому, что там были какие-то вкладки в электронику, которые по определенному сигналу, так сказать, отключили, да, вырубили возможность взлетать. И где гарантия, что наши самолеты, вертолеты и так далее, оружие, которое получают, запчасти или там платы, которые произведены в Китае, не снабжены такими же закладками, и в один прекрасный момент мы просто будем иметь кучу металлолома вместо оружия. Ты хочешь сказать, что дистанционно они просто могут отключить? Ну, во всяком случае, так написано было. Я не говорю, что это стопроцентная правда, но похоже на то. Потому что, ну, почему не взлетел ни один самолет? Ну, хорошо, треть самолетов были небоеспособны. Они требовали ремонта, проблемы с запчастями и так далее. Но две трети все равно кто-то должен был взлететь. Ни один самолет не взлетел. Так что Китай представляет реальную угрозу. Но на сегодняшний день у нас есть возможность с ним бороться. Ну, приведу несколько цифр. Там экономика Китая 14 триллионов долларов. Экономика Соединенных Штатов 21 триллион долларов. Мы импортируем из Китая где-то около 21% всего импорта. Где-то 21% из того, что мы вообще импортируем. Поэтому наш маркет для Китая представляется... Мы продаем им всего на 100 миллиардов, как я сказал, Китай покупает... Вернее, да, Китай продает нам на 500 миллиардов. Представляете, если вот это производство этих товаров, продукции сократится значительно в связи с введением 25-процентной... Но 25% наложены не на весь импорт, наложены только на 50 миллиардов, по-моему. Уже чуть больше. А на остальные 10% пока... Да. То есть у нас еще есть поле, где разгуляться. Безусловно, существует проблема с фермерами. И это сделано специально. Китаю нужен наш крапс, но Китай специально поднял тарифы с тем, чтобы ударить по избирательным округам, которые проголосовали за президента Трампа. То есть это целенаправленная атака на избирателей президента Трампа. Хотя фермеры прекрасно понимают это. И некоторые, ну, в основном понимают и по-прежнему еще поддерживают, хотя находятся некоторые, которые дают интервью CNN, они находят такие, которые говорят, все, мы тут уже все пропали. Так что, если не остановить сейчас Китай, в дальнейшем, вы посмотрите, десятилетиями говорили, как минимум два десятка лет наши администрации говорили о существующей проблеме и, в принципе, ничего не решили. Все как было, так и есть. Но сейчас благоприятные условия для того, чтобы решить эту проблему. Ну, видишь, Китай ввел пошлины на 90%. Да. У них уже нет, так сказать, зазора, где разгуляться. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А вы знаете, вот у меня... да, это все, что вы говорите, а так оно есть. А вы знаете, еще вот одна вещь, очень важное, мне кажется, очень важно. Нужно вернуть компании американские назад каким-то образом. Это тоже очень сложный вопрос. Дело в том, что мы потеряли много бизнеса. Дело в том, что здесь были колоссальные компании, которые снялись отсюда и переехали в разные страны. И в Корею, и в Индию, и везде. И хай-тек. И это тоже больно ударило, я считаю, по экономике. Если они вернут все эти большие компании, то это будет большой плюс, и не зачем будет воевать, просто нужно
о машиностроении, что получилось с машиностроением. Когда-то стояли Toyota, их вообще никто не покупал, я помню это время. А сейчас они забили весь маркет. Ну, вот это такая ремарка у меня есть. Спасибо большое. На самом деле, по некоторым данным, мы потеряли, по-моему, порядка 5 миллионов рабочих мест в связи с выводом производства в Китай. Ну, вот, кстати, вот эти пошлины, которые Трамп ввел, они по оценкам экономистов, они могут увеличить безработицу в Китае на 5%. Буквально в первый же месяц. У нас есть звонок. Добрый день. Пожалуйста. Здравствуйте. Во-первых, Трамп ввел только на 200 миллиардов из 500-600 миллиардов товаров, которые посылаются в Китай. Так что еще зазор есть почти 400 миллиардов. Это еще только начало. Второе, огромные деньги Америка теряет из-за того, что компания, когда приходит на китайский рынок, она обязана передать все свои технологии Китаю. Это закон Китая. Третье, что я знаю. Китай, когда компания хочет уйти из Китая, Китай не разрешает забрать свое оборудование. Они говорят, что вы можете им пользоваться столько, сколько хотите. Но это оборудование принадлежит народу Китая, и забрать вы его не можете. Понимаете, и здесь очень много вот таких... И плюс китайской стороне, как правило, принадлежит 51% компаний, которые работают на территории Китая. То есть, если наша компания приходит... Не 51%. 49%. Компания может принадлежать полностью Америке. Но она оборудование свое может использовать, но не может забрать. Это я знаю Посмотрите еще. Weber, которая находится здесь, которая хотела забрать свое оборудование. Спасибо большое. Спасибо. Немножко уточню, что пошлины введены в размере 25% не на 200 миллиардов, только на 50. На 200 миллиардов введены пошлины в размере 10% пока, но Трамп предупреждает, что он может увеличить их с Нового года до 25, вот на эти 200 миллиардов. Ну, он собирается встречаться с китайцами в июне, да, то есть посмотрим, до чего они договорятся в июне. А насчет 51%, по-моему, нет. По-моему, она не принадлежит полностью Америке. По-моему, Китай, они имеют право, пакет акций. Еще раз, это из того, что я читал, я не был, у меня нет компании в Китае, поэтому я не могу судить. Но из того, что с чем я знакомился, там речь шла о том, что Китаю принадлежит 51% акций компании, которая работает на территории Китая, а 49% принадлежит. Ну и еще вот уточнение по поводу оборудования. Я знаю многие компании, например, мебельные, итальянские, к примеру, они в Китай везут свое оборудование, они туда отправляют своих инженеров, свои технологии, там используется только рабочая сила. Все оборудование принадлежит фабрикам, которые в Италии находятся. Конечно, но абсолютно. Но дело в том, что за счет этого Китай выплывает. Но когда компания сворачивает свою работу, Китай не позволяет забрать это оборудование. Даже если оно принадлежит. Даже если оно принадлежит фабрике, да, фабрике. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я не могу сказать, что я специалист в экономическом плане. Единственное, что, как мне кажется, если вот эти пошлинные проблемы с Китаем не решатся к весне будущего года, это очень серьезно ударит по избирателям. Возможно. Тут тоже я с вами согласен. Поэтому я не уверен, правильно ли, так сказать, теоретически он правильно все делает, теоретически, а практически... Вы знаете, это можно... Пока, честно говоря, как-то внушает некоторые опасения. Понятно, спасибо большое. Это можно сформулировать так. Интересы государства превыше личных политических амбиций. Я бы это назвал так, если быть до конца честным. То есть, невзирая на то, что популярность Трампа может упасть среди его избирателей, которые пострадают от тарифов, от торговой войны, то, что он делает это в интересах государства, в интересах будущего. И я не знаю, почему некоторые наши ребята, которые смотрят на это как на наш проигрыш и
не с политической точки зрения, а с экономической или с военной, с какой хотите, потому что Китай рвется к доминированию во всем мире, в политическом плане, в экономическом, в военном, в технологическом и так далее. Посмотрите, эти компании, которые работают на Китае. Китайская народная армия, я говорил об этом несколько лет назад, 5-6 лет назад, о том, что Китайская народная армия открыла в Америке 3000 своих компаний, которые контролируются Китайской народной армией. И многие из них работают в сфере высоких технологий. Как вы думаете, чем они занимаются? Кому они лояльны? Что они делают? С какой целью? Посмотрите, вот это Huawei, компания, которая сейчас под наблюдением находится, и, по-моему, под следствием находится. Компания проникает во все нетворки. По сути дела, пытаются контролировать. Сейчас идет соревнование за пятую генерацию, five generation интернет. И тоже, кто будет, кто выиграет, кто вперед, китайцы или американцы. Вот это серьезная проблема. Это не только проблема, так сказать, соевых бобов, куда продать. Нет. Проблема реальная. Скажите, как вы можете диктовать свои условия стране, которая превосходит вас в военном отношении, в экономическом отношении и по численности в 5 раз превышает численность вашей страны? Как вы можете с ними соревноваться, при том, что страна находится под управлением тоталитарного абсолютно режима? Вот поэтому политика всегда была связана с экономикой. Поэтому дело не в том, что китайское дерьмо, ширпотреб там поднимется в цене на 8-10%. Понял. И даже не в этом проблема. Я думаю, что мы это сможем пережить. Проблема гораздо более глубже, серьезная, да. Гораздо более скверная. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, добрый. Сергей. Да, Китай, собственно говоря, геополитически бизнесом обхватил весь земной шар. Но вы забыли упомянуть еще одну, как говорится, китайскую традицию. Китай оплачивает студентов, особенно в США. Я был пару лет назад, из Сан-Франциско поехали в Стэнфорд просто посмотреть. Шел дождь. И знаете, кто шагал? Только китайцы с подсонником идут на занятия. Усердные студенты. Это да. Вот если бы американцы научились так же трудиться и отдавать себя учебе, как китайцы, я думаю, были бы результаты. Не ходили бы там изучать феминистское движение или еще какое-нибудь билиби, или, скажем, историю ЛГБТ, а занимались бы математикой, инженерией, то проку было бы больше. Но ты знаешь, вы понимаете, а у Китая это государственная программа. Да, это у них политика, да, да. Обучение молодежи у них стоит на первом месте. Мало того, ФБР, по-моему, они вкладывают в это очень много денег. В Конгрессе слушался доклад о том, что научные центры при университетах, по сути дела, работают на Китай. Научные центры в наших университетах работают на Китай. Ты знаешь, интересно, вот если поговорить с людьми, поговорить с тьюторами, которые обучают химии, математике, музыке, неважно чему, все говорят в один голос, что самые прилежные ученики — это корейцы, китайцы, это вот представители Азии. Да, совершенно верно. Самые трудолюбивые. Алло. Так вот, чтобы остановить Китай, его, так сказать, военные и геополитические устремления, единственная возможность — ну, если, конечно, вы не собираетесь, как некоторые отчаянные головы, пойти сейчас войной, потому что у Китая есть атомное оружие, у нас есть атомное оружие, то единственная возможность — это немножко подостановить рост китайской экономики. Когда в Китае существуют свои проблемы. И над этим работает Трамп и его администрация. Поэтому я думаю, что долг каждого гражданина Америки поддержать в этом устремлении президента. Мы забываем, что в этой Америке жить нашим детям и внукам, на минуточку. Поэтому, к сожалению, те, которые в правительстве, у них амбиции очень высокие. Которые в правительстве, сейчас я вспомню, да. Опять вице-президента Байдена. Добрый день, мы слушаем вас. Алло, извините еще раз. Нет? А вы не слышали, что администрация Трампа хочет помочь этим фермерам? Выделить какие-то 15 миллиардов? Да. Да, 15 миллиардов. Да, они собираются выделить какие-то фонды. И если вы что-то слышали, прошло это или не прошло, расскажите. Я думаю, что они изыщут возможности и обязательно помогут фермерам. Конгресс должен это дело протолкнуть или нет? По идее, да. Конгресс, вернее,
По идее, да, по идее. Деньги, насколько я знаю. По идее, да, любые средства, которые выделяются. Если это из госбюджета, то а да. Идет ли демократический конгресс на помощь республиканским фермерам? Пока не идет, пока вопрос. Сопротивляется. Ну, но я думаю, что это аукнется конгрессу. Спасибо большое. Спасибо. Извините. Что касается конгресса и денег, которые они тратят, вот хотите сказать, я приведу несколько примеров. Куда потрачены, куда наши, потрачены денежки, наши да. денежки? 21 миллион долларов за лон Rolex Jewelries. Угу. 21 миллион долларов наших денег. Ювелирной компании Rolex Jewelries. Ну а как же? 670 миллионов долларов грант для колледжей of Beauty and Cosmetics. 670 миллионов долларов грант. Мы недостаточно красивые, нам нужно 670 миллионов долларов, чтобы колледжи учили нас красоте. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, господа. Добрый день. Вы знаете, неделю назад я вернулся, я был в Китае 10 дней со своей женой по туристической. Я, конечно, был поражен, чего они добились, того, чего Россия не могла добиться. Они как-то переступили, они, в принципе, наши гиды, которые были прекрасно владели английским языком и довольно очень образованы, конечно, обвиняли все, что произошло в Китае, начиная с Tiananmen Square, что это американское И вопрос постоянно нам задавался. Почему-то вы хотите быть первыми в мире. Я говорю, а что плохого-то быть первыми? Ну как, нужно делиться со всеми. Вот. Но мое обозрение, вы знаете, за год до этого я был в Австралии. И когда я попал в Австралию, я думал, что я попал в Китай опять. Это, значит, теперь Австралия номер один экспорт, это подготовка студентов из Китая. Поэтому их там, ну, я, Австралия получилась как Китай. Но, в принципе, очень интересная страна и много что есть посмотреть. Армия там, даже полиция, тоже это полицейский штат, это на каждом шагу вы увидите. И камеры, по 4 камеры на столбу во все стороны. То есть вас, то, что вот сейчас запретили в Калифорнии, face recognition, там это работает, нам рассказали, как это может видеть только полиция. Но у них очень довольно-таки они националистически настроены. Японцы — это выходцы из Китая. Чингисхан — это выходцы из Китая. Это все китайцы. Ну, а пол Сибири принадлежит нам. Это рано или поздно мы у России заберем, хотя они Россию очень любят. Это они постоянно нам они об этом говорят. Это не надо забирать. Вот Россия это сама это скоро отдаст. Это небольшое. Да. Спасибо. Спасибо. Ну... Давайте еще. Да, еще звонок есть. Здравствуйте. Вы знаете, вы затронули очень интересную тему, тему образования. Дело в том, что во всем мире, везде, ведь дети же одинаковые. У них очень сильная дисциплина, начиная с детских садов, и когда еще дети в Японии, и в Китае, и в Корее. Но разве может позволить китайская школа то, что происходит в школах, допустим, Чикаго на Саутсайд? Ну, я говорю только образно Чикаго, а Нью-Йорк, а все остальные города. Саутсайд. Поэтому это очень важно. Если они не изменят политику системы образования в корне, то это будет трагедия. А начинается все с подготовки молодежи со школьного возраста. Вы знаете... Даже не надо брать школы на Саутсайд. Я вам скажу, что те же наши прекрасные школы Норсбрука и Баффало Гроув, на самом деле там есть столько негативного, которое сказывается на образовании и на мировоззрении наших детей. А моего приятеля дети живут в Чикаго. Ну и их родители могут себе позволить своим детям, его внукам, ходить в частную школу. Да, это стоит... довольно недешево. Не все это могут позволить, но... И не все могут позволить, но очень дорого. Но за эти деньги... Вы даже не представляете, каких личностей готовят эти школы. Это настолько разносторонние, образованные дети. Ну, представьте себе, что дети в 6 лет, значит, у них вот расписание. И он мне показал буквально вчера вот расписание этой доски. Они пишут какие-то рефераты, они пишут какие-то сочинения. Французский язык они учат. Это дети в 5-6 лет, понимаешь, это еще не школа даже. Кроме того,
после вот этой подготовительной вот этого садика дети идут в школу. Школа тоже не дешевая. Ребенок должен пройти собеседование. Не родители, а ребенок. И вот ребенку задают вопросы на логику. Я вам не могу передать вообще уровень образования этих школ. И преподаватели этих школ говорят, им жалко детей, которые ходят в наши вот в общественные школы, в public school. Потому что, к сожалению, перестали учить. А начали детям вбивать в голову абсолютно ненужные вещи. Вот это очень жаль. Это я согласен. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Алло. Да-да, пожалуйста. Я хочу сказать, что колледжи занимаются обманом. Смотрите, Окасио Кортес окончила Бостонский колледж с отличием. Экономист. Ну, любые знания. Ничего. Почему она не потребует деньги за это, за это обучение? Это же обман. Самый настоящий обман. Мало того, я вам скажу, что... Это же обман. Они ее обманули. Она думает, что она умная. Понимаете, это же самый настоящий обман. Поставили пятерки, с отличием кончила. Понятно. Она же, получается, нет русского слова такого. Нет, ну вы не забывайте, что ум, не забывайте, что ум и знание — это совершенно две разные вещи. Так, человек может что-то знать, но мозгов нет при этом. Она только вино с пивом разливала. А вы знаете, сколько получают грантов вот это так называемое Ivy League колледжи в год? Миллионов сколько? 42 миллиарда долларов. Да. Это что-то сильно много, вы знаете. 42 миллиарда долларов получают колледжи Ivy League. И полтора миллиона долларов. И полтора миллиона долларов получает наше, выделяет наше Министерство образования на секс-обучение. Вернее, не Министерство образования, а это HHS, Health and Human Services. Да. Полтора миллиона долларов на секс-обучение в школе. На секс-обучение, простите, проституток в Калифорнии. У нас есть такая графа: секс-обучение проституток в Калифорнии, полтора миллиона долларов выделяет наше правительство грант. Вот так работают наши денежки. Мы прервемся буквально на пару минут, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон по-прежнему 847-400-5200. Если у вас есть вопрос или желание высказаться, пожалуйста, звоните. Что касается образования, вот сейчас Netflix, всем известная, да? Знаешь, что такое Netflix? Netflix. Нет. Пошутил. Вы знаете, что там теперь Обама, как бы, Обамы. Шоу свою хотят устроить. Они там продюсировать будут шоу. Вот одно из шоу — это когда маленьких мальчиков превращают в сексуальных маленьких девочек. Вот я на Фейсбуке разместил фотографию. Это к вопросу об образовании. Великий кормчий Барак Хусейн Обама до конца не разрушил. Вот. Вообще удивительно, когда демократы начинают говорить о морали. Вот Байден говорит о том, что «Make America moral again». Вот под таким слоганом он будет выступать. «Сделайте Америку моральной». Вот это вы называете моралью? Вот это я посмотрел на фотографию. Мальчиков переодевают в девочек, ставят сексуальные позы, делают им сексуальные прически. Ну, подожди секундочку. Аутфит. Подожди. Когда мэр Нью-Йорка разрешил не ставить в паспорт... А это не только в Нью-Йорке. Тот пол... Да. Ну, я имею в виду пол новорожденного ребенка. Что ребенок в 4,5 года должен сам решить, кто он, мальчик или девочка. Да. О чем мы еще можем говорить? Добрый день. Добрый день. Алло? Да, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, а супругу его зовут не Мишель, а может быть Майкл? Есть такая версия. Да, ходят такие слухи по интернету, и даже фотографии ходят. Тем более такая мускульная. Да. Ну, мускульная, слушайте, есть женщины, которые за собой следят и качают мускулы. Вот. Ну, я не знаю, честно говоря, я не верю в это. Мне кажется, надо это... так, шутки ради. Ну, да, слушайте, спасибо. А чего нет, шутки тоже в нашей жизни нужны. Вот около 100 человек, около 100 человек было предъявлено обвинение. 50 уже находится в заключении за фальшивые, не так, за незаконное получение статуса американца. То есть целая
целая, так сказать, индустрия работала по получению статуса постоянного жителя через фиктивные браки. Ну и, конечно, адвокаты задействованы в этом деле, потому что ну, адвокаты, это же кристально чистые, это же офицеры суда, и они, может, трудно себе представить, что адвокат может нарушить закон, хотя я знаю нескольких, которые сидят в тюрьме, ну, это громкие такие скандальные дела, здесь тоже, похоже, адвокаты пойдут некоторые в тюрьму. Это была такая операция из Вьетнама. Народ, так сказать, пачками женился, выходил замуж, приезжал, от 40 там, до 60 тысяч платили за эти услуги, и причем каждый шаг, каждый бенефит, который они получали после этого, ну, сначала там статус какой-то, потом там постоянный житель, очередная плата, потом гражданство и так далее. В общем, машина работает. Есть такая группа на Facebook, Советы Америки, там США, и люди, я видел два раза. Объявление. Помогите осуществить фиктивный брак. Да, самое интересное, понятно, что были ответы, напишите в личку. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Как вы говорите о морали? Какая мораль, если в Конгрессе 126 только пидорасов, лесбиянок вообще не знаю, там и прочих мразов извращенцев. А какая мораль может? Ну, слушай, Сережа, что ты смеешься? Долой политкорректность. Человек назвал вещи своими именами. Вот. Так что, ну... Значит, еще по поводу... да. Этот Байден, лидер президентской гонки из числа демократов, нынче взорвался в негодовании по поводу того, что, возможно, будет открыто или уже открыто расследование деятельности его сына в Украине. И посмотреть... А ну, в Китае? По поводу Китая? В Китае тоже мы вернемся, да. Значит, по поводу Украины. Ну, мы уже говорили об этом на самом деле. И показывали видео, где Байден сам признается, что он сказал, что если в течение 6 часов не уволите этого прокурора, который, кстати, расследовал кампанию, в которой сынок Байдена получал 50 тысяч долларов в месяц, непонятно за что. И вот он сказал, что если вы не уволите... Это видео, это то, что зафиксировано, задокументировано. Это не то, что какие-то слухи и какой-то там анонимный источник сообщил. Нет, это то, что доступно. Так вот, Байден заорал, что... это персональная атака на меня. Это персональная атака. То есть тебе, значит, можно, так сказать, по уши быть в коррупции, сынку твоему можно получать 50 тысяч долларов, потому что ты контролировал помощь Украине в размере 1 миллиарда долларов. И вот в этом видео он и говорит, что если вы в течение 6 часов, я сказал, что если в течение 6 часов не выгонишь этого прокурора, миллиард долларов не получишь, который выделил Конгресс для того, чтобы оказать помощь Украине. И в течение 6 часов генеральный прокурор Украины был уволен, и таким образом Украина получила миллиард долларов. Его же называли негласным куратором Украины. Да, да. Как вы думаете, это нормально? И расследовать вот это обстоятельство, это личная персональная атака на Байдена, или все-таки следует разобраться? Это не единственный случай, еще один случай, о котором мы говорили, когда Байден со своим сыном полетел в Китай, как бы решать проблему вот этого искусственного острова, который Китай превращает в военную базу. Не забывай, что посол якобы, не знаю точно или нет, но опять же, как говорится, слухи ходят, а просто так слухов не бывает, что посол США в Украине, он предоставлял Байдену списки местных чиновников. Вот, и хотя Госдеп, он открестился от этого, но тем не менее администрация Трампа очень заинтересовалась этим вопросом. Итак, посол США в Украине показал список чиновников, да. Но список чиновников прокурора и сказал, вот этих людей не трогать. Это да, это вот, тоже то было. Вот так. Так вот, в Китай, после поездки в Китай, через 10 дней компания Хантера Байдена, который, я напомню, которого с позором изгнали из американской армии за то, что он не прошел тест на наркотики, то есть наркоман. Так вот, компания Байдена, с кем-то он вдвоем там фьючерсную компанию создал, в общем, деньгами распоряжаться. Правительство Китая дало, там, по одним данным, миллиард долларов, по другим данным, 1,5 миллиарда долларов для того, чтобы Байден-младший инвестировал эти бабки. Это случайное совпадение, как вы думаете? Или все-таки следует разобраться?
Вот многие наши склонные к демократической партии, так сказать, и общественные деятели, и персоны, медиа-персоны в нетерпении бьются в истерике по поводу того, чтобы получить income tax, то есть налоговые документы Трампа до того, как он стал президентом, а когда он был бизнесменом с таким, с мировым именем. Вот им прям просто вот не спится по ночам, им хочется получить вот эти налоговые документы почему-то, и Конгресс уже, комитет по финансам. Я до сих пор не могу понять, зачем. Комитет по финансам, так сказать, настаивает, Цупина выписал в Министерстве финансов, чтобы предоставили эти документы и так далее. И их абсолютно не интересует вопрос, каким образом Хантер Байден, который не имеет к финансам ни малейшего отношения, с горем пополам закончивший там юридическую школу, получивший диплом юриста, вдруг стал великим инвестором и получил, так сказать, правительство Китая прониклось к этой компашке таким доверием, что просто миллиард долларов сходу, ух, туда. Не интересует вас это? Так вот почему-то демократов это не интересует. Их не интересует, когда политики десятилетиями работают на государевой службе, получая там 150-170, ну, раз зарплата растет постоянно, становятся мультимиллионерами. Их это совершенно не интересует. А вот когда миллионер стал политиком, их заинтересовали его налоговые декларации. Но это ли не признак безумия или бессовестности? Самое интересное, что каждый раз выискивает какую-то историю, о которой они должны постоянно говорить. Russian collusion, значит, тексы, налоги Трампа, какие-то его якобы домогательства, где-то его сфотографировали, что-то он не так сказал. Самое страшное, что об этом говорят, 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 и война идет, идет. Вне зависимости от того, какой будет результат, все равно у людей отложится в голове, что Трамп был замешан в каких-то делах. Неважно, что это все была пропаганда, это неправда, и этого не и было. Это неудивительно. И это неудивительно, потому что те люди, которые черпают информацию, скажем, из CNN и MSNBC, они даже не подозревают, что их любимый бывший президент замешан по уши в коррупции, что вице-президент коррупционист просто до мозга костей, что ФБР под руководством Коми, и не было такого директора ЦРУ, как Бреннан, просто политический ястреб. Ничего святого человека нет. Коммунист, конвертировавшийся в ислам во время того, работы в Саудовской Аравии. Они же об этом не знают, потому что им об этом не рассказывают. Они смотрят CNN, они смотрят MSNBC. О тех процессах, о той информации, о тех данных, эти же люди, которые дают показания за закрытыми дверями в Конгрессе, они же об этом ни слова не знают. Они уже начинают друг друга под автобус бросать. А Леньки Могилевский все еще мечтает, что Трампу объявят импичмент. Сидят, слюни пускают, ждут, когда импичмент паре будет. Я тебе скажу другое, что даже многие республиканцы толкают Нэнси Пелоси объявить процесс импичмента, чтобы они еще больше себя утопили в этой грязи, в этом стыде. Чтобы народ наконец-то понял, что голосовать надо не за демократов. Да, добрый день, да, мы вас слушаем, извините. Здравствуйте. Вы знаете, во-первых, я тоже хочу поблагодарить вашу станцию. Я других почти не слушаю. Но вас постоянно стараюсь не пропускать. Спасибо. По возможности. Спасибо, спасибо Сергею за спасибо. То, что нашел такой нормальный состав. Замечательных людей. Состав. Во-вторых, я хочу сказать, что вот я все это слушаю, наблюдаю происходящее. Ничего удивительного. Когда выбирали Клинтон, то были уверены, что она победит, потому что Соросы должны были наконец добраться до власти. И когда им это не удалось, они уже выходят из себя, чтобы придумать очередную гадость. И я удивляюсь, где они находят все эти гадости, чтобы делать против Трампа. Это просто удивительно. Но неудивительно, что они это делают. Власть из рук у них забрали. Ай-яй-яй-яй-яй. Они к этому с 60-х годов стремились. Поэтому они изувечили молодое поколение, оплатившее такие страшных преподавателей в вузах, колледжах и прочее. У меня внуки учатся, я это вижу тоже. Спасибо большое. Спасибо.
А, кстати, о преподавателях. Вот тут в Твиттере одна преподавательница на факультете журналистики в Нью-Йоркском университете назвала республиканскую партию не иначе, как террористической организацией. Так каких журналистов выпускают такие школы журналистов? Потом мы удивляемся. Ну, собственно, чему удивляться? Основные ведущие на, скажем, CNN или там MSNBC, они к журналистике не имеют ни малейшего отношения. Достаточно побыть каким-нибудь активистом, оперативником в демократической партии, и потом тебе предоставляется многомиллионный контракт на CNN. И к журналистике это не имеет никакого отношения. Ну, а журналисты, которые выходят, их пичкают вот такой бредятиной. Республиканская партия — это партия... Это не партия вовсе, а это террористическая организация, как заявляют. Я тебе скажу по поводу вот этих вот налоговых деклараций Трампа. Я вспоминаю, когда требовали отчет Маллера, и когда вышли вот эти 14 страниц, заключение Барра. Помнишь, я сказал, что начнут требовать сам отчет, начали требовать отчет. Потом начали требовать отчет без никаких, без каких-либо изменений. Даже если, давай так, будем, помечтаем. Послушай, не что... надо мечтать. 99,9% текста отчета находится, предложено для прочтения членами Конгресса, комитета Конгресса. А кто их читал? Ни один фрикин демократ не поднял задницу, не пошел и не почитал. Их это не интересует. Абсолютно. Им это не надо. Так вот поэтому... Они уже... Я вообще не понимаю, как они пережили все эти стрессы. 16-й год, проиграли выборы, бам! Trump Derangement Syndrome. Половина страны просто заболела, просто психически сдвинулась, заболела. Потом вышел отчет Маллера. На тебе, no collusion, no obstruction. Я представляю, так вот, что насчет с ними будет налоговых деклараций. Даже если помечтаем, и Трамп обнародуют декларации, все равно будут говорить, что они подложены, что они не настоящие. Начнут требовать доказательства от его аккаунтента, что это правдивый. Ну, короче, послушай, ты понимаешь, что будут лить эту воду из одного ведра в другое. Я помню, я смотрел этот сюжет на MSNBC, Рэйчел Мэдкау, когда она перед тем, как уйти на рекламу, потрясла листочками бумаги и сказали, у меня есть, у меня вот сейчас, вот трамповские налоги у меня есть, и все, я вам все расскажу, вы просто... И после рекламы выходит, и выясняется, что оказывается там один кусочек, который говорит о том, что Трамп там в каком-то году, я не помню, в 2005, по-моему, заплатил налогов аж 35 миллионов долларов. Да. 35 миллионов долларов заплатил налогов Дональд, да, Трамп. И это все, это было все такая бомба. Сборище идиотов. Я боюсь, что... Ты знаешь, что нужно делать, по-моему? Нужно строить большие психиатрические больницы, да, потому что после 20-го выбора 20-го года... Ты помнишь эти рыдания? Вот, я об этом и говорю. О создании, создании в университетах комитетов по психической помощи студентов. Комнаты, специальные комнаты. Надо строить большие-большие психиатрические больницы для демократов, потому что после выборов 2020 года это будет катастрофа. Что с ними делать? Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. А вы знаете, мне тоже было так плохо. Мне, наверное, тоже нужна была психиатрическая больница, когда второй раз выиграл Обама. Я смотрел на это население нашей страны и думал, все, стране конец. Вы знаете, у меня была такая депрессия, вы даже представите. Я вас понимаю. Слава богу, стране... Спасибо большое. Я говорил, что страна не прекратит свое существование, но как радикально страна поменялась. Но я не помню, чтобы в университетах создавались комнаты где люди могли прийти и поплакать, что университеты набирали на работу. 30-летний студент мог взять плюшевого мишку. Да. И я не помню, чтобы чтобы на работу брали каких-то еще специалистов, эти psychologists, или как они там называются, чтобы могли... Counselors. Да, мы вас слушаем. Добрый день. Алло. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. А вы знаете, вы насчет психиатрических больниц правы. А я уже на ток-шоу слышала или с конгрессменами, или с сенатором, я уже не помню, на каком ток-шоу, уже обсуждался вопрос, что когда вот эти все психиатрические больницы отменили,
там, в 60-х, 70-х годах. Поэтому сейчас много и стрелянины, и вот этого всего. Так что... Да. Эта проблема существует. Об этом уже говорят. Спасибо. Кстати, вот среди бездомных очень много людей, которые с психическими отклонениями. Не может психически нормальный человек, так сказать, когда ему предоставляют возможность жить в каком-нибудь... Ну, для них строятся кое-где какие-то дома, приюты и так далее. И он... Сколько экспериментов делать? Построили новый дом, поселили бездомных, через три дня там все разрушено, разломано, и они опять в своих палатках, в своих коробках живут. По-моему, в Сан-Франциско 130 тысяч живет. В Калифорнии. Я не знаю, сколько, но я знаю, 130 тысяч. Но в Сан-Франциско, я помню, я обращал внимание, на каждом светофоре стоял вот этот картонный домик. Да. Добрый день. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Да. Говорите. Алло. Говорите. Алло. Добрый день. Алло. Да, алло, нет. Не получается. Перезвоните, нас... мы вас слышали, а вы нас нет, к сожалению. Значит, еще одна новость на сей раз из Европы. Из Европы, на которую наши демократы так хотят, чтобы Америка была похожей. Ангела Меркель рассматривает вопрос введения специального налога на немцев для того, чтобы эти деньги использовать на финансирование мечетей. Как вам это нравится? Мы должны закругляться. Специальный налог для того, чтобы финансировать мусульманские институты, в частности, мечети. Здорово. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень вот, коротко. Скажите, пожалуйста, почему человек, не принадлежащий к демократической партии, может баллотироваться, соревноваться с демократами под ее эгидой? Это вы про кого говорите? Про Сандерса. Ну, по-моему, он уже... Он же радикализировал демократическую партию. По-моему, он уже как бы согласился быть демократом. Под их эгидой баллотироваться. Но вот вы помните прошлый раз? Вот эти все социалистические идеи, они ведь не были присущи демократам. Это же он как бы имплантировал их. Ну, на самом деле, демократы медленно, но уверенно... передвигались в эту сторону, двигались влево. Да. Но он ускорил этот процесс. Да, безусловно. Да, конечно. Спасибо. И еще успеем, если одна минута. Добрый день, мы вас слушаем. Да, вы говорите. Здравствуйте. Филадельфия беспокоит. Я хочу еще раз, тысячи раз сказать спасибо вашей станции, вашему бизнесу. Хоть небольшой голос, но до кого-то дойдет, в каком бреду мы сейчас живем. И все оценки этих пустословов, этих экспертов, этих тварей, которые изменяют наших детей. И, может быть, ваш голос более громким. Но ваши голоса... 19 адвокатов у Мюллера, все демократы, все доноры демократической партии, ничего не нашли, им все равно мало. Конечно, мало. Обратите внимание, сам Мюллер сделал то же самое, что его дружбан Коми, когда взял на себя право сказать, что пусть другие оценят. Да. Обратите внимание, мы, к сожалению, должны прерваться. У нас уже в следующий раз мы обязательно время с вами вышло. Побеседуем. Спасибо. Просим большое. Прощения. Спасибо, ребята. Спасибо вам за звонок. Ну что, друзья, огромное спасибо. Олег, спасибо. Не за что. Спасибо.